Трудно поверить, что на данной вырубке через несколько лет вырастет порядка 18 тысяч деревьев, а присоединиться к акции «Недели леса» может каждый. Ведь, как известно, посадить дерево так же важно, как воспитать сына и построить дом. Построит ли каждый участник акции дом, нам неизвестно, но то, что каждый посадил дерево и не одно, уже факт. С лопатами и хорошим настроением сотрудники Брестской таможни и солдаты срочной службы вышли в лес, чтобы принять участие в республиканской акции «Неделя леса». Они в этом году первые, кто трудится для того, чтобы сделать Брестскую область красивее и чище. К масштабной акции все готово. Саженцы, специальные площадки, где недостает зелени, есть и участники, но желания неравнодушных горожан только приветствуются. На сегодняшний день записалось более 300 желающих поучаствовать в нашей акции. Ну и у нас запланировано в рамках акции высадить 18 гектаров леса, конкретно вот этими желающими. Республиканская акция «Неделя леса» в городе над Бугом началась с посадки деревьев на одном из объектов в Муховецком лесничестве. Недавно здесь провели санитарную чистку, вырубили деревья-старожилы, пораженные короедом. Сейчас пришла пора для саженцев сосны и березы. Именно эти сорта подходят для данного участка как основные лесообразующие породы. Но для того, чтобы саженцы со временем стали настоящим лесом, нужно учитывать правила посадки. Люди, которые участвуют в акции на протяжении многих лет, я уже эту акцию организовываю. Главное вначале правильно их морально настроить и рассказать суть процесса. Потому что если неправильно посадить, неправильно прижать мечом, просто труд будет на смарку, сеянность не примется и в результате не будет здесь леса. А это дополнительные затраты, дополнительно надо будет делать такой процесс под названием дополнение, то есть еще раз приводятся сеянцы спустя год-два. И там, где пропали, в пустых местах, тоже с помощью меча они досаживаются. Прижиться должна каждая сосна и береза, ведь сажали точно по технологии, бережно и аккуратно. Территорию лесного массива преображали порядка 20 волонтеров. Для каждого из них это дело благородное, а главное – полезное. Вклад должен, мне кажется, как должен сделать каждый гражданин нашей республики, то есть в развитие природы в целом. То есть, как бы, ну, всем хочется выехать на природу, посмотреть на красивые пейзажи, леса и так далее. Для меня это вообще никак не сложно. То есть выехать, дышать свежим воздухом, сделать полезное дело, как бы, ну, то есть это и есть хорошо. Акция «Неделя леса» приурочена году Малой Родины и посвящена 75-летию Великой Победы. Главная задача такой инициативы – привлечь внимание общественности к проблемам лесов и популяризация бережного отношения к экологическому богатству нашей страны.